Алена Жукова, главный редактор журнала «Новый свет», теперь главный редактор издательства «Лицвет». Как мне сегодня Андрей Гризман напомнил, что самое главное, да, я писатель, немножко еще и пишу. Да, ну, в общем, я хотела сказать... Еще сценарист, могу сценарист, да. Но как-то так получилось в последнее время, что, да, действительно, работа над журналом, а теперь издательством, захватила всю жизнь, и она стала главной. Ну и слава Богу, потому что сегодня, когда проход по имени Россия и ее писательская среда и все от нас отъезжает. Такой философский пароход от нас отдаляется и отдаляется. И поэтому появление новых независимых издательств на этом континенте, в Европе, это очень важно. Мы стали партнерами Урушадзе, есть такое новое издательство МГОД, Freedom Letters. И мы всячески ему помогаем. Сейчас будет объявлен конкурс. Урушадзе скоро объявит конкурс. Мы партнеры этого конкурса. И благодаря тому, что мы как-то прозвучали, наверное, ну не знаю. В общем, слава Богу, нас взял к себе Акунин в свою библиотеку. И теперь издательство «Лицвет», вот оно называется, издательство «Лицвет», представлено в этом, в этой библиотеке. Сейчас в зале многие сидящие авторы нашего журнала. И не просто авторы, но и лауреаты премии Хемингуэя, потому что наше издательство еще и там. Да, вот Саша Немировский лауреат, Андрей Гризман лауреат, Лиля Скляр лауреат. Вот, и это все замечательно, но еще самое замечательное, вот так вот мы вот и это делаем, и это делаем. У нас появился YouTube-канал, который называется «В новом свете». И ведущий этого канала сейчас тоже в этом зале, это Сергей Гирилев. Да. И интервью с нашими авторами, лауреатами постоянно появляются. И я уверена, что они, у нас будет все больше и больше этих интервью, и канал будет все более и более популярен. Ну вот то, чем я занимаюсь. В основном я теперь занимаюсь как-то не писательством книг. Но тем не менее, подписана в печать в Москве. Да, по-прежнему я издаюсь в Москве. И я не отказываюсь от этого. Если меня кто-то хочет издавать, зная мою позицию, зная все, что я делаю там, спасибо. И вот книжка моя должна выйти, надеюсь, что ее не завернут. Да? Должна выйти, наверное, в ближайшие месяца, не подписана в печать. Ну вот. А там на столе лежит, вот только сейчас вот выйдет замечательное интервью, которое сделала Анна Берсенева. Наверное, это имя вам знакомо. Это одна из самых издаваемых была и экранизируемых авторов. Теперь она иноагент. Зовут ее Татьяна Сотникова. Она сделала со мной большое интервью в журнале «Русское слово». Когда она мне предложила это, меня немножко так это передернуло. Она сказала, ну что ты, этот журнал издается в Чехии, и он издается при поддержке Министерства культуры Чехии. И он, естественно, занимает определенную позицию, там все понятно. Ну и вот, кто хочет обо мне там больше узнать, можно прочесть, там написано. Все, спасибо вам большое.